Северском районе начались открытые сессии представительных органов по итогам 2020 года. 13 января прошла первая встреча в селе Шабановском. В ней приняли участие глава Северского района Адам Джарим, его заместители, депутаты и жители поселения. С отчетом о проделанной работе за 2020 год и планами на 2021 год выступил глава Шабановского сельского поселения Юрий Баранов. Сегодня, анализируя итог ушедшего года, должен признать, что это был непростой год для нашего маленького поселения во всех отношениях. Не все из того, что планировалось, удалось сделать. Однако в 2020 году немало сделано для будущего динамичного развития. В течение прошлого года проведены работы по отсыпке и грейдированию дорог, углублены кюветы, проведена замена ламп уличного освещения. Депутаты поселения, работники администрации, сотрудники бюджетных учреждений и активисты проводили уборку общественных территорий. К 75-летию Великой Победы проведен ряд мероприятий по очистке и обновлению памятников. Для повышения качества сотовой связи в селе Шабановском установлена сотовая вышка МТС. Также жители поселения задали интересующие их вопросы главе Северского района о бесперебойном снабжении электроэнергии, о благоустройстве улиц и ремонте Дома культуры села Тхамаха. Все замечания выслушаны и поставлены на контроль для последующего решения. Открытые сессии планируется провести во всех поселениях района.